4 года Ради Хабиров воевал с оператором по обороту твердокоммунальных отходов Дюртюли Мелио Водстрой, который, как выясняется, отказал ему во взаимности. И вот, собственно, итоги этой затянувшейся войнушки. Дюртюли Мелио Водстрой отстранен от своей деятельности. Все-таки удалось оформить некое решение Минэкологии Республики, и эта компания больше не занимается вывозом твердокоммунальных отходов в 12 районах и 3 городах Республики Башкортостан, как и требовал Ради Хабиров 4 года. Теперь эти 12 районов и 3 города утопают в мусоре, отходах настолько, что пришлось вводить, внимание, чрезвычайную ситуацию в 3 районах и в 2 городах. Речь идет о Татышлинском, Краснокамском, Янаульском районах и городе Агидель и городе Нефтекамске. Ну вот, собственно, посмотрите, жители этих городов и районов присылают нам фото и видео ситуации, которая сложилась в этих местах, то есть действительно, иначе как катастрофа это назвать нельзя. Собственно, не лучшая ситуация и в Бирске, там ничего не смогли придумать, лучше как вывозить бытовой мусор из города в ближайшую лесопосадку. Это просто какой-то ужас. Источники в Минэкологии Республики Башкортостан, впрочем, сообщают, что нагнетание ситуации с Дюртюли Мелиоводстроем и создание мусорного коллапса им, например, существенно упростит процедуру утверждения нового регоператора по вывозу твердокоммунальных отходов, который присядет на источник в 2 миллиарда рублей в год. Ну и, собственно, этот кандидат-оператор уже широко и лучезарно улыбается дорогому Радию Фаритовичу, даже не сомневаясь ни на минуту, что к этому предприятию может иметь отношение кто-то из простой и скромной родни главы региона. Но что же остается делать самим жителям? Как вот им существовать, как реагировать на эту ситуацию? По сути, на самом деле, им должно быть все равно, кто, какой оператор вывозит мусор, такой-сякой, хорошо у него отношения сложились с Радием Фаритовичем или плохо. Жителям вообще-то главное, чтобы мусор вовремя, в срок и качественно вывозился. Пока жители ограничиваются только тем, что постят бесконечные фотографии с горами мусора около своих домов и вдыхают, как говорится, все эти ароматы лично. Но у меня вот есть личный опыт того, как некоторые другие граждане других государств реагируют на подобные ситуации. Как-то раз мне довелось побывать в городе Палермо на Сицилии, в Италии, и я там наблюдал ситуацию вот с невывозом мусора. Дело в том, что на Сицилии, как и у нас в Башкирии, вывозом мусора занимается мафия. И время от времени у этой мафии случаются разные, как говорится, сбои в работе. И вот горы мусора начали копиться в большом, на самом деле, городе Палермо. И что сделали граждане? Граждане собрали этот мусор в мешки и организованно принесли эти мешки прямо непосредственно к дверям мэрии города Палермо.
В считанные часы прямо на глазах гора мусора около мэрии достигла третьего этажа. Вот я лично все это наблюдал. И, собственно, ну, это лучшая была иллюстрация бездеятельности администрации города. Гражданам было наплевать, кто что вывозит. Они платят за этот мусор. Но если администрация не смогла организовать каким-либо способом вывоз мусора, пускай этот мусор лежит у них под окнами. Я не могу вам напрямую рекомендовать, вот, повторить опыт итальянцев, жителей Палермо, надо ли так поступать или не надо, решать вам, но вот, собственно, есть такое решение этой проблемы.